Настолько сократилась шейка матки, что мне больно проникновение. Я не знаю почему. Неприятно, неприятно. Какая-то, знаете, вот прям, не знаю, может быть, это на психическом, психологическом уровне. Но мне вот прям, не знаю, вот неприятно заниматься сексом. У меня там все так сузилось, что я не представляю, как у меня будет шейка матки раскрываться. Не представляю себе, потому что у меня там наоборот все сузилось. Я сегодня даже ходила к акушеру. Сегодня ходила к акушеру. И он мне сегодня делал пальпацию. И у меня, знаете, у меня аж прям, не знаю, какая-то кровь, это нормально, но у тебя, короче, сузилось влагалище почему-то. Никто не знает почему. Вот. Может быть, это так повлияли упражнения Кегеля на весь этот процесс, потому что я качаю интимные мышцы. Я и до беременности качала достаточно интимные мышцы, занималась этим. И может быть, как бы, не знаю, может какой-то мышечный тонус, я не знаю. В общем, как это объяснить, этот феномен, не понимаю. А насчет ванны, мне сказали, что ванну лучше горячую, вот так пишут ребята. Насчет ванны мне сказали, что не нужно принимать ванны горячие, потому что могут дойти воды, и ты можешь не заметить. Но типа сейчас ванны принимать очень опасно. Ну вот горячие вот сейчас именно, потому что ты можешь сидеть в ванной. Душ можно, вот, ванну нельзя горячую. Ну, теплую как бы можно еще принимать, но вот перед рождением сейчас сказали, что лучше не морщить. Потому что если отойдут воды, а ты не заметишь, это будет трэш. Как бы ничего страшного нету, но нужно еще успеть в роддом доехать. А мне сказали, что вот если отходят воды, то есть еще 45 минут, чтобы доехать до роддома. Так что вот такие вот дела. Так что, ребята, я вам рассказала все, как было. Ничего от вас не утаила. Ничего от вас не утаила. И, в общем, как-то вот так вот. Поэтому будем ждать понедельника. Будем ждать понедельника и посмотрим, что у нас там будет происходить. Вот такие вот дела. Так что, ребятки, спасибо вам большое за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши просмотры. Я повторяю, что я смотрю, кто меня лайкает, и рандомно каждый день я выбираю по 20 человек и лайкаю фоточки, ну, как бы, ну, типа взаимно, типа, как бы, ну, типа thanks, thank you very much, кто следит за мной, кто подписан на меня, кому не все равно на меня. Вот, спасибо вам большое, поэтому ждите от меня лайков, вот, ждите от меня лайков, если, да. Так что вот так вот. Всем спасибочки, всем пока, всем хорошего вечера, спасибо, что переживаете за меня, за приятные комментарии, за то, что мне задаете глупых вопросов, блин, просто, не знаю, love you very much. Только я вас умоляю, не спамьте. Умоляю, вот не спамьте. Не нужно мне спамить в директ. Если не ответила, пожалуйста, не нужно мне спамить. Умоляю. Не надо. Если я вам ответила, тоже не нужно спамить. Вас много, я одна. Я вижу каждое ваше сообщение, и я стараюсь хотя бы ставить лайки на ваши сообщения, потому что, ну, как бы, сорян. Вот. Все, всем пока.